Итак, ребим. Рыбалка что-то как-то не удалась. Ни хрена не клюет. Ветер. Дай, думаю, копну чуток на болоте. Фигакс. Крест. Серебряный. Моя прелесть. Какой красивый. Нахрен рыбалку. Да здравствует копалка. Итак, долго ли, коротко ли, крестик. И бабат, серебряное колечко. Спаси и сохрани. Вот это да, вот это рыбалочка у меня. На рыбалочку. Едешь на рыбалку, копай, копай. Просто в обалденном состоянии советское золото. 3 копейки, 1931 год. Как только потеряли. Классная монетка. Вот такие монетки интересно снимать. Наравне с царскими. Красавица. Моя прелесть. И самая неожиданная находка. Катькин троячок. Но пролежав здесь, наверное, как минимум лет 300, он, естественно, весь потерялся. В воде лежал, дружочек. Вот так вот. Ладно, потрем, посмотрим, может, что и установим. Сегодня у меня очередная обеденная копалка по-быстренькому. Да, я думаю, пробегусь. Опаньки! Только вот сдается мне... А, не, пробы есть. Есть проба! Красавица! Копай в обед! 3 копейки 1868 года. Ну, это вообще неслыханная находка в этом месте. Вот это да. Ладно, пойдете. Чистенькая вообще, даже чистить не надо. Ну, полысело, конечно, за годы жизни под землей. И водой, соответственно. Эх, хорошенькая. Итак, я продолжаю свой экскурс по болотам в обедик. И сегодня у меня вот такая вот великолепная заколка. И, скорее всего, наверное, годов 90-х. Ну, посмотрим, может, еще что. 20 копеек, 45-й год. На... Для болота нормальное качество. Ну что, долго ли, коротко ли? Бабац! Советская серебряная серьга с янтарем. Жаль, что второго здесь нету. Но красавица. Советское серебро. Красивое. Эх! Почище будет блестеть. Моя прелесть. Вот не хотел выкапывать сигнал 35, то есть где-то в районе 3 копеек, на расстоянии 2 метров от берега. Там почти целиком мои сапоги были. Но! Хуяк! Ильич! Ильич! Так далеко от берега. Офигеть. Вот это Ильич, а. Фу.
Я вот даже вот прям не поленюсь, покажу. Вот 3 копейки. Думаю, ну, либо водочная пробка, либо... Детка. Моя прелесть. Копатель в шоке. Вообще выкапывал фольгу. Фольгу на 2 метрах. Я не могу, моя прелесть. Советский янтарь. Золоте. И сейчас покажу, кстати. Фольга. Смотрите. Видали? Вот это фольга. Ну, думаю, на 3 метрах от берега-то надо выкопать. Ах ты моя маленькая фольгушечка. Моя прелесть. Я знаю, вы скажете сейчас, не может быть. Может. Давно мечтал печаточку себе. Немножечко помято. Ха. И охренеть, вот это вечерок. Детка. Моя прелесть. Я в шоке. Вот просто никто не поверит. А и не надо. Я знаю. Я знаю. Ты мне не поверишь. Но это... Я в шоке. Просто... Че это так? Серебруха, что ли? 5. Блин. Еще и на цепочке. По-моему, что-то греческое. Рахме. Охренеть. Вот это рахмы. Бросайте свои телики. Жрать пиво, сосиски. Копай. Вот это да. Ё. Я. Моя прелесть. Ну и под конец, так сказать, трудового дня. Эх! Жаль. Хорошие были очки, но они сломаны. Ну ладно, пора собираться. Уже накопался. Копалка по болотам. Продолжение. Итак... Я, конечно, уже здесь все обчесал вдоль и поперек, но... Хопаньки! Ха-ха. Люмень? Но приятно. Приятная находочка. Ха-ха-ха. Но серьёзно, но мастер. О, копай. Ну, должен сказать вам, вот копатели еще были,
Вот они были. Я знаю. Я сам себе не верю. Друзья-копатели. Я в шоке. Пробы со звездой. Хе-хе, детка. Уе. Копай.